Всех, ребята, приветствую. В общем, тут такое дело назревает. Завтра пойдем в поход, скорее всего. Ну, это будет непростой поход, а будем брать с собой в этот раз минимум вещей. Будем брать, это значит, для того, чтобы оттачивать, либо развивать свои навыки. Пребывание на природе именно с минимум вещей, то есть еды будет, естественно, минимум. Скорее всего, будем питаться тем, что мы добыли. Будем в районе реки. Значит, планируем, что будем питаться рыбой. Все-таки один день, я думаю, что выдержать без пищи мы сможем. Но, естественно, было бы здорово словить на какой-то примитивный крючок с леской, без поплавка, без удилища, какую-нибудь, значит, еду. В общем, давайте я буду показывать, какие я вещи беру. Ну и сам, кстати, проконтролирую, что я ничего не забыл. Значит, первым делом здесь у меня лежит кукри. Это вещь моего брата, значит, он с ним никогда не расстается ни при каких обстоятельствах. Очень такая она поюзана, недавно перетачивали. В принципе, заточку еще держит, точить не буду на завтра. С этой кукрой он уже, ну, примерно четвертый год уже пошел. Ни при каких обстоятельствах, не хочет с ней расставаться. Делает и все, и ямы копает, и из костра картошку достает, в общем, рубит деревья. Разные палки, места для стоянки вырубливают траву. В общем, пашет кукри по полной. Но я думаю, в скором будущем будем ее обновлять. Потому что есть, конечно же, недостатки. Потому что вещь, грубо говоря, примитивная. Итак, поехали дальше. Обязательно фонарики его мой. Потому что нам нужно будет пройти около 22 километров, значит, по пересеченной местности. И тем более мы завтра выходим вечером, чтобы осложнить нашу ситуацию вдвойне. Значит, 22 километра вдоль реки. Кстати, не всегда получится вдоль реки идти, потому что места там не совсем проходимые. Поэтому, я думаю, завтра кукри пригодится даже очень. Значит, две батарейки к этому фонарику. К моему фонарику одна батарейка внутри, одна заряженная, одна стоит на зарядке. Так, дальше. Из ножей я возьму свою мору, брат возьмет свою мору, ну и в качестве дополнительного ножа я возьму занкудо. Кстати, нож очень какой-то странный, вернее не нож, а сталь. Значит, в предыдущем видео я распилил сосну, можете посмотреть, потом я порубил ее кукри и застрогал лучину для костра занкудо, после чего мне попросили его, а перед походом ребята, кстати, точило, и точило очень даже прилично, попросили меня потом после сосны перерезать паракорд, что-то там ребята хотели сделать, уже не помню, и он с трудом разрезал паракорд, что-то я этой стали совсем не радуюсь, если честно. Итак, все-таки занкудо. На всякий случай беру, конечно же, лично сам это средство от комаров, потому что возле реки могут как бы причинять большие неудобства, когда там будет два розовых куска мяса находиться ночью. Все-таки беру минимум, беру одну салфетку, не знаю вообще функциональна она или нет, никогда я не пользовался. Итак, дальше. Возьму браслет выживания. Как-никак, сколько здесь, по-моему, метра три паракорда или четыре. Может пригодиться. Салфетки. Вот, здесь у меня, значит, лежит еще со старых запасов тут поплавок, леска, грузики, крючки, плюс еще небольшой набор есть у брата. Да, старый набор, серьезно. Итак, сюда. Дальше у меня есть сумка зеленая, что тут в ней, давайте посмотрим. В ней есть пила цепная, раз. Пила цепная 2. Почему 2? Завтра будем проводить соревнования. Как и вообще-то попробуем снять тесты. Если, конечно, силы останутся. Это разные пилы. Если успеем, сделаем тесты. Значит, огниво моего брата. Это магниевое огниво. И мой кусочек тоже старого довольно-таки огнива. Значит, дальше здесь у меня печка. Печку беру тоже для того, чтобы сделать тест. Ребята просят закипятить воду на время. Будет на завтра печка. Немножко паракорда. Распутался, пока доставал. Так, 10 метров. 2 паракорда.
соль с специями, самодельно сушеными овощами и с разными специями. И напоследок консервы. Это шпроты, не шпроты, сардины. Это консерва из туны, какой-то паштет и сам тунец. Как видите, пищи очень мало. Это, ребята, почти что на полтора суток. Это уже как бы на крайний случай, конечно. И котелок ВДВ. На тот случай, если мы захотим сварить либо суп, и вообще как бы рядом река, воду будем кипятить здесь, для того, чтобы ее пить. Все. Это, ребята, все. В общем, все. Еще раз желаю всем удачи. Проводите с пользой время на природе. Оттачивайте свои навыки, развивайтесь. Ну и всего хорошего. Надеюсь, еще встретимся, если будет все успешно. Ну все. Спасибо за просмотр. Пока.